это последняя серия реалити-шоу «Новая рок-звезда». И именно сегодня мы узнаем, кто же станет этой самой новой рок-звездой. 2 месяца шли репетиции, 2 месяца мы снимали телешоу практически в режиме реального времени. И сегодня интрига будет раскрыта. Ну а пока участники, конечно же, готовятся за сценой. И первыми на эту сцену выходит рок-группа Honda Band вместе со своими подопечными Александр Гейко и Энесса Фролова. Давайте им поаплодируем, друзья! To get out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all that pride and leave this mess behind. Get out of my head, out of my bed, out of the dreams we got feel bad. Tell them it's me who made you sad. Tell them I'm fed up. Tell them bad. Кайф там невероятный на сцене. Все, что я хотел, я то и получил. В принципе, даже награждение можно не ждать. Самое лучшее награждение это уже было там. Хорошо, ну вот расскажи просто, где ты учил английский? Раскрой секрет. Это школа или специально перелистывал Google переводчик в помощь? Да, можно так сказать. Это сам брал слова, переписывал их на русский язык, делал, так сказать, то, что в интернете транскрипцию находил, это все не то. Нужно лучше самому это делать, самому брать и делать транскрипцию. Тогда... Слушай, ну вот еще одна, да, практическая польза нашего проекта. Именно, точно. Я стал знать на одну песню больше. Это Linkin Park. Кстати, выбирайте правильную музыку. Вот. Ты готовился? Да, конечно. У меня этих браслетов тебе дать. Прям, знаете, это тот момент, когда ты за 5 минут худеешь на килограмм пота. Это, ну, прям очень, очень сильно, очень здорово. И такое ощущение, что вы все были на сцене и все смотрели одновременно на все это, поэтому дико волнение. И мы пока с Александром выступали, один раз столкнулись, у него микрофон выпал, а потом я что-то там рукой задел, у меня тоже выпал микрофон. Но микрофоны у меня на сцене еще ни разу не падали.
себя просто звездой. Как звук, как свет вообще в целом, как все прошло? Все отлично. На тот момент, когда я пела песню, я думала только о том, чтобы, хоть бы не забыть слова. Свет! Я забыла, где свет, я забыла, где музыканты. У меня в голове текст чисто так, по строчке так чик-чик-чик-чик-чик. Ну ты собой довольна, честно? В принципе, да, неплохо. Четверочка с минусом. Я пока еще в легком шоке. Вау, все было здорово. Честно, я буду по этому времени скучать, потому что, опять же, я получила то, ради чего я пошла на концерт. Я спела с клевой группой любимую песню на сцене. Мне понравилось. Красная помада помогла? О, а то. Она у меня теперь с собой всегда. Серьезно? После испытания? Да, не всегда я ее крашусь. Она так как-то, как амулет, лежит в сумочке. Вот и я говорю, красная помада. Это круто. Ну скажи дальнейшие твои планы. Проект закончился. Что дальше? Ну опять же, музыку я бросать не хочу. Музыка мне нравится. Соседи, простите. Видно, дьявол у тебя целовал. Готовились месяц, все свершилось, можно сказать. Спел вроде хорошо, но это не мне судить. Это была, скажем так, очередная веха. Вот испытать себя как-то выступить на большой сцене, не в кабаке, а вот в ОКЦ, можно сказать. Забери мое имя в гугле, прочитай километры маши, что еще в этом чертовом мире тебе про меня расскажут. Но, пожалуйста, слышишь, пожалуйста, согласись на последнюю встречу. Я не могу. Молодцы. Ну вот смотри, сейчас проект закончится, что дальше? Ты будешь как-то с ними на связи, может, какие-то советы? А я ждала, что будет такой вопрос, и думаю, что же я на него могу ответить, на этот вопрос. Во-первых, мы и так знакомы между собой с ребятами, давно были. Вот. Но общаться будем, я думаю, что, возможно, в каких-то проектах дальнейших, где-то мы с ними, возможно, пересечемся, даже вместе выступим. Пока учила, я очень сильно ее проживала, потому что поется там о детях, о теракте. Я вспомнила Беслан, вспомнила последнее наше Кемерово. Если честно, дома, когда я занималась, я плакала на втором куплете. И поэтому здесь у меня просто не было выбора, зритель, не зритель. Я жила ее, как жила. Все. То, что я чувствовала, я все отдала зрителю. По ступеням вверх, по ступеням вниз, за тобой, пока ты оглянись, по ступеням вниз.
никогда цветов не дарили. Вообще, это что-то с чем-то, так это буря эмоций, буря переживаний. Сначала ты сильно волнуешься, потом ты уже отпускаешь, тебе пофигу, вроде казалось бы, да? И тут ты выходишь, и ты опять, вот так у тебя все стучит, еще эти цветы. Беги по небу! Случился, скажем так, легкий конфуз между Романом, да, мы переругались очень сильно накануне мероприятия, это было по-мужски такая ссора, потому что все, прям что... Прям с рукоприкладством? Прям с прикладством даже ненормативного сленга, потому что все было настолько неудачно, ну, я немножко был, ну, расстроен, конечно, но... Сегодня на саундчеке ребята показали, что они готовы, что они могут, что они достойны. Почему это рассказали? Нет, это было единственный раз на прошлой репетиции. Я прокомментирую это раз, что вы тогда это будете там, да? Просто так получилось, что в пятницу какой-то на меня напал дичайший упадок, дикая депрессия, усталость, недосып, все сказалось. Я пришел, мазал мимо нот, не попадал вообще никуда. Наверное, даже как и сегодня. Просто получилось так, что я немножечко... Меня спросили, почему я сказал, что я устал. Мне начали говорить, что все устают, ра-та-та. Я говорю, слишком сильно устал. Ну и мы немножко поругались. Рассказывай, что случилось-то перед концертом? А как ты умудрилась так? Это была обычная пара физкультуры. Я бежала 3 километра, споткнулась и упала. Все, вот рука, нога. Вот, кстати, штуку это снять надо. Поэтому сейчас и сделаю. Слушай, ты боец. Там, мысль, не знаю, видно, не видно. Да, ну, из-за такого отказываться от концерта. Не, нормально все. Это мой любой километр. Как говорится. Ну, удалось. Ну да, я старалась, но сейчас зашла сюда, я просто вот так вздохнула, и у меня нога такая, ха, все. С тобой довольна? Да, мне понравилось. Парник Саша Гейко, естественно. Это я. Да, было бы странно, если бы Саша сейчас не зашел в кадр. Да, этот, я за него очень переживал, прям очень-очень. Мама, я прошу, не ругай меня, если я вожу. По-другому,
И наша энергетика сработала все-таки. И энергетика и моих музыкантов, и энергетика ребят, с которыми нам пришлось поработать за 2 месяца. Но они очень крутые. Они сделали так, как и должно это происходить, собственно. Они дали рок. Ребята все-таки работоспособные и очень талантливые. Мне правда повезло. Я буду с ними дальше дружить, буду с ними общаться. Если что-то будет получаться в музыкальном плане, обязательно будем пробовать. Уж, по крайней мере, Семена я точно никуда не отпущу из своей жизни, это точно.